Всем привет! Вот такая у нас интересная коробочка сегодня на распаковке. Сейчас вы все увидите. Это очень интересная модель корпуса для пауэрбанка. Хотя корпусом его назвать невозможно. Это вот такие вот бочоночки, соединенные ремешком. Сейчас все вам расскажу, все покажу. Единственное, хочу сказать, что здесь, как видите, можно было выбрать, по-моему. И так и стоит галочка microUSB, Type-C или Lightning для Apple. Ну, то есть выходы у этого корпуса или у этого муляжа Powerbank. Давайте его распакуем и посмотрим на комплектацию. Здесь есть какая-то минимальная инструкция. Ну, вот так можно почитать. Есть у нас два проводочка. И сам вот эти бочоночки. Значит, как их использовать? Вот здесь, как видите, сделано отверстие, чтобы они соединялись. Вот так между собой магнитится и держится. Дальше, соблюдая полярность. Плюс. Мы соединяем, и наш пауэрбанк готов. Чем он удобен и в быстрой в разборке? Вот, например, можно купить вот такой корпус для пауэрбанка. Но если у вас, допустим, в дорогу, можно взять много вот таких батареек 18650, их всех зарядить, и потом, допустим, вот так быстренько, ну, нужно будет открыть крышку, вставить сюда батарейку, и если это делать много раз, крышка может поломаться и тому подобное. А этот собирается очень быстро. Вот вы вытащили, взяли новую батарейку, и у вас готов еще один следующий пауэрбанк. Все, пошла зарядка. Вот пауэрбанк работает. Значит, второй шнурочек. Вот здесь есть. Это просто удлинитель, как видите. То есть, если нет возможности или неудобно вот прям к телефону подсоединить на такой вот и носить такую бамбулу сразу возле телефона, вот через шнурочек можно, этот шнурочек может быть другой, более длинный, чтобы положить, допустим, в карман или в сумку, или в рюкзак и протянуть провод к этому. Ну, в общем, вот так показано, что можно сделать удлинитель. И этот шнурок, естественно, для зарядки. Вот мы включили. Есть индикатор, как видите, вот он мигает. Вот, идет зарядка. Можно сразу подзаряжать прям здесь. Не обязательно иметь специальное зарядное устройство. Ну, то есть, я считаю, очень прикольная штучка. Мало занимает места. Вот, сравните, корпус нужен такой, для такого же пауэрбанка, чтобы самому сделать. Или вот такой. Стоит дешево, где угодно. Бросили, места занимает мало. Я считаю, удобная, классная штука. Особенно, если у вас есть много вот таких батареек, и вам нужно их переставлять. Все. Ну, вот такой вариант пауэрбанка, корпуса для пауэрбанка. Вы были на канале «Загляни по заголям». Всем пока. Ссылка будет под видео.